В Люберецкую областную больницу приходят молодые врачи. В одной только детской поликлинике в поселке Красково с начала этого года в состав коллектива вошли 5 новых специалистов, 4 педиатра и невролог. Какие еще есть вакантные места в медицинском учреждении, расскажет Луиза Егиазарян. Кристина Леус устроилась на работу в Красковскую детскую поликлинику месяц назад. Врача-невролога здесь ждали давно. Из-за отсутствия специалиста накопилось много плановых профилактических осмотров. Но новый сотрудник со своей задачей справляется. Буквально в первые же дни сразу предложили все максимально для меня удобные условия, для того, чтобы я как можно быстрее приступила к работе. Вместе с Кристиной штат поликлиники пополнили 4 молодых педиатра. С приходом новых сотрудников увеличилась доступность многих медицинских услуг. У нас появилась возможность больше осматривать детишек от 0 до года. Детишек, которые идут после года до 3 лет, которые идут в детские сады, школы, осмотры. Это все у нас увеличилось. Увеличилось у нас, значит, количество детей прохождения диспансеризации, профосмотра, вакцинопрофилактики. На сегодняшний день в поликлинике поселка Красково вакантные ставки детского ортопеда-травматолога и хирурга. На работу также требуются участковые и процедурные медсестры. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ.